Алейкум сейхалы достлар. Мы находимся в студии у Усейнага Бекирова. Замечательная студия, замечательные люди. Сегодня мы с вами будем ближе знакомиться, и я бы хотела очень, чтобы вы рассказали немного о себе. Усейн Бекиров. Я пианист джазовый. В своей студии. В своей замечательной. Замечательной студии. Игорь Закус, бас-гитарист наш, один из лучших бас-гитаристов в нашей стране, и не только. Максим Кондратенко. Один из лучших барабанщиков тоже нашей страны. Вот мы играем джазовую музыку, интерпретируем народный как бы фольклор татарский, народную мелизматику, народные наши песни, ну, как бы и не только народные песни татарские, там, и азербайджанские, армянские, как бы все в совокупности, вот такие вот как бы проводим эксперименты музыкальные, так же сказал. Экспериментаторы. Ну, экспериментаторы, да. Вы познакомились уже в работе или это были какие-то давние встречи? Ну, и в работе, и, как, ну, конечно, в работе. И как бы играем, сотрудничаем с другом. А что мы с Сеней живем и порят? Да, мы еще соседи с Игорем. Мы уже роки 15 да, знакомы. Да.
Максим, вы родились в Крыму. Да, в Симферополе. В Симферополе. Вы закончили Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского. Скажите, какое место в вашем творчестве отделено именно крымско-татарской музыке? Ну, крымские татары вообще для меня, в принципе, довольно близки, так как мы учились, в принципе, много очень ребят татар училось. И для меня вообще, ну, удивительно было то, что, допустим, ребята татары, да, независимо на чем они играли, там, на скрипке, на саксофоне, либо там на трубе, там, садились за барабаны, играли совершенно невероятные вещи, там, сложные размеры и так далее. То есть это очень здорово, что просто с раннего возраста прививается вот эта вот национальная музыка, да, настолько ломанные размеры, вот это вот все очень меня поразило. То есть вы познакомились с крымско-татарской национальной музыкой именно в училище, да? Да, да, да. Потому что там постоянно ребята играли, собирались, играли в классах национальную. На семерочке, пятерочке для меня это очень... Ну и для меня вообще близка эта музыка, так как это развивает барабанщика очень сильно. Старшее поколение наше, да, крымско-татарское, оно очень с трепетом относится к национальной нашей музыке. А джаз предполагает другую форму, другое видение. Были такие моменты, когда вам говорили, что вы искажаете музыку крымско-татарскую? Ну, как бы искажаю, скорее всего, наверное, не искажаю, а просто я ее, наоборот, облагораживаю, потому что фольклор, как бы, если его сохранять изначально, как он есть, он должен быть, как есть. Я думаю, что бурчать тільки бурчуни, які взагалі не люблять нічого нового. Це перше, і їм завжди не подобається, коли хтось по-іншому бачить. Ми не можемо бачити тільки один колір там і бачити тільки одне. Кожна людина різна, і вона бачить те, що хоче бачити. Це по-перше. По-друге, звичайно, є різні музиканти. Хтось цю музику робить ще красивішою і більше її розвиває, а хтось її псує. От тим музикантам, які псують, треба руки замотати бінтом, щоб вони не грали. Але я думаю, Осіїн точно не відноситься до них, тому що він дає нове бачення, нове дихання, нове лице цій музиці. Вона розквітає ще більше, як і люба національна інша музика. Мені от пощастливилось побувати на концерті «Тотеріум», який проходив 25 апреля в клубі «Атлас». І це була презентація вашого диска. Колоссальная работа, мне очень-очень понравилось на самом деле, и звезды в очередной раз приглашенные меня восхитили. Расскажите об этом концерте. Название «Тотериум» вообще мы придумали
Джамал и как бы совет. Она сначала называлась по-другому. Потом она мне позвонила, говорит: нет, Син, давай Татериум, потому что там было другое название, я совершенно забыл. Она говорит, это ж типа как татарская земля переводит. Почему так много собралось народу на концерте? Потому что там как бы пьесы, которые были записаны на протяжении 10 лет. Я его сделал как сборник. И ну, в определенное время в некоторых играх участвовали разные музыканты. Поэтому получилось, что вот как бы и вот все вот музыканты, мне было приятно, поддержали, тоже принимали участие. Более 20 музыкантов. Я даже читала о том, что, по мнению журналистов и критиков, это было самое грандиозное событие весеннее музыкальное в Украине. Я к этому отношусь так, вот как бы понравилось и хорошо, значит, мы сделали это не зря. Над чем вы работаете сейчас? Над чем я сейчас работаю? Ну, пришел момент сейчас вот записывать второй альбом. Я сейчас готовлю материал. Думаю, кто будет принимать участие. Я тоже хочу вот какие-то пьесы мы запишем с Игорем. Какие-то пьесы я там приглашу, там, допустим, там, саксофониста, трубача, гитариста. Ну, сейчас стадия развития идет, как бы, ну, я думаю, над какой пьесой, как бы, что, где и как. Ну, на это тоже нужно времени подготовить, отрепетировать. То есть вы готовитесь сейчас, да, к очередным проектам? Да, сейчас я хочу записать буквально следующий месяц, через месяц, чтобы его приготовить, там, написать, там, даже ноты, отрепетировать. У меня вопрос к Игорю. Немножечко личный, может быть. Вы, кроме того, что первая бас-гитара Украины, да, лучший бас-гитарист Украины, да, серьезно. Сеня, запомнитай. Я знаю про это. Вы еще и отец двоих детей. Расскажите, как вы это все сочетаете, как у вас это все получается? Вы выпустили 5 альбомов, работаете ли вы еще над очередным? Как относятся к этому ваши дети? Они не ревнуют ли они вас? Нет, у меня еще 4 альбома не записаны, которые треба записать, они уже зіграні. Ну, дети, це не поміха, діти тільки допомагають, і не треба багато часу, щоб з'явилися двоє дітей. От виховати їх – це вже складніше. Займаюся творчістю, наскільки це можливо, і стараюся, щоб вона мені приносила, крім морального задоволення, ще й фінансове. Довгий час я працював і в шоу-бізнесі, поєднував це. Воно мені давало більше можливостей там стояти твердо на ногах, але разом з тим, може, трошки більше часу забирало на особисті проекти. Зараз ситуація трошки змінилася, слава Богу. Я маю можливість займатися тільки своїми проектами і проектами моїх друзів, от Усіїн, і в тому числі ще кілька років тому це було набагато складніше. Особливо в шоу-бізнесі, але зараз такий час, що, я б сказав, революційний час, коли і джазова музика в тому числі набирає, можливо, якоїсь більшої ваги.
І українські музиканти мають більше шансів зараз працювати в Україні. Я сподіваюся, з часом і за кордоном в тому числі. Максим, давно ви в Києві живете? Чим зараз займаєтесь? Ну, в Києві вже 8 років. Вот. Я закончил училище в Симферополе, потом переехал в Киев. Вот. Здесь было множество проектов. С Усиным мы познакомились уже только в Киеве, то есть в Крыму мы учились, но в разное время получается. На 3 года я выпустился, переехал сюда, вот. А потом только я поступил. В Киеве ходил на его концерты. Сначала просто как зритель, то есть очень мне нравилось посещать, еще там Макс Малышев играл, когда Муренко, Саша на барабанах, мне очень нравилось ходить на концерты, А потом я как-то ему позвонил и предложил, давай поиграем вместе. Вот, мы в прошлом году только первый раз поиграли вместе за все это время. Долго звонил. Какие у вас планы вообще на будущее, что вы планируете? Ну, планы, в принципе, развивать проект, да, быть востребованным барабанщиком, как, собственно, любого музыканта. Сейчас еще играю, есть такой, новая группа в Киеве, Монохромия называется. Еще преподаю, то есть много у меня ученики есть. Вот в школе я много работал, тоже в частных школах. Да, в музыкальной школе. Вот тут Академия современного образования есть, новая такая современная школа, таким с европейским. Немножко уклоном с таким. Вот. Я там работал много, тоже там 3 года. Вот. А сейчас частно преподаю. Усиных, а вы тоже преподавали? Да. Почему сейчас остановили? У меня времени не хватало. Не выдержал. Просто не хватало времени, потому что я был постоянно в отъездах, на гастролях. Был такой период очень плотный. Что сделаешь? Потом пришлось идти, потому что надо с учениками заниматься. Еще же над собой надо работать. И тоже это тоже занимает время. Поэтому пришлось пока отложить. Я думаю, что я к этому еще вернусь.
вас можно услышать? Ну, в ближайшее время мы поедем на Чернигов, на джаз-фестиваль Чернигов Джаз Опен. Да, вот, как бы там отдельная будет программа. Татарские пьесы будут тоже звучать, допустим, даже Хузул Чехла. Я был удивлен, как Иванка выучила на татарском языке слова. Вот, Иванка Червинська, да? Иванка Червинська, да. А так меня как бы Игорь Миронович с ней познакомил. Мы тоже иногда я же играю в Коломийки. Угу. Программа. Тут как бы тут такое немножко, ну, как-то. Ну, такой спонтанный получился как бы проект. Джазових что... музикантів це нормально. Да, програм це різних нормально. Багато. Да, і сьогодні один музикант грає, завтра інший. Це абсолютно нормальний как процес. Там... Вони да. міняються, замінюють один одного. Да. І музика від того міняється. Да. Вона ніколи не одинакова. Не стоїть на місці. Да. Не стоїть, да. Дуже добре. А от я хотіла ще спросити у вас о орнаменті, який у вас присутствував і на концерті, і ага, да, на бекстейдж, і на Скибін. Вашому диску. Скибін, да. От наш звісний как бы, художник, скульптор, він, ну, мені було дуже приємно. Він, как бы, так, з добротою, з душою, говорить, звісно, без проблем. І на афішах везде був цей орнамент. Я хотіла б услышати пожелання нашому зрителю, нашому телеканалу від творчих людей. Это вот Игорь Миронович может сказать про это хорошо. Могу нажелать, все, что захотите, только чтобы сбылось. Yeah. Ну, мы можем побажати вам, по-перше, успіху, щоб ви з кожною програмою набирали темпи, і щоб вона набирала популярність, і саме основне, щоб в ній було багато музики, якісної музики, і татарської, і української, і всякої. Тому що не можна музику ділити на якусь одну. Музика є хороша і погана. Погана вона в поганих музикантів, а в принципі музика – це те, що нам дає, напевно, саме світле, саме тепле, те, що ми маємо в житті. Музика – це та магія, яка робить наше життя кращим. От ми вам бажаємо, щоб ви частіше наше життя робили кращим. Я благодарна вам, що сьогодні оказалась здесь. Среди таких замечательных музыкантов это просто ну, невероятные чувства, на самом деле. Я даже в какой-то момент, я чуть не расчувствовалась, я держала себя в руках. Вот. И я надеюсь, что мы еще не раз с вами встретимся и в жизни, и просто так я буду как-то на ваших концертах присутствовать. Спасибо вам огромное, что вы дарили этого тепло мне и нашим зрителям.